Всем доброе утро. Мы собираемся на завтрак. А сегодня последний день отдыха. Собираемся, кушать будем. Мы собираем, мы оделись, вот между прочим. А ты чё? Сейчас. Кровать давишь. Ты идешь на завтрак? А когда ты засыпался-то? Всё. Черслав, готов? Да. Чё, будешь кушать опять макароны? Нет. Может, кашку какую-нибудь покушаешь? Не знаю. А, кашу? Ну ладно, пойдем. Сегодня опять вроде солнечно, да, сегодня? Последний денек, чтобы хоть в море покупаться. А, сегодня еще море. Вчера холодноватая была вода. Вода, кстати, мы заметили, стала холодная после шторма. Потому что была теплая сначала изначально. А ты что, сразу купальный одел? Снимаешься? А ты что, купальный напялил сразу? Да, чё? Мне надо, там а уже было. А мы что-то еще не одели. Да, мы придем еще. Ну ладно, пойдем. Вот у нас последний завтрак, да? А, нет, завтра все будет. Мирослава, запеканка со сгухой, да? Завтра что? Позавтракаем, поедем домой. Блинчики, яйцо, вариант. Ты что взял? Макарошки с чем-то. И кусочек колбаски. И бутерброд. А я тоже набрала ассорти. Запеканку в бутик и вот такой рулет. Приятного аппетита вам всем. Сходили мы на море. Вода вообще холоднющая. Ну так, разок искупались, потом сидели, позагорали. И пошли в бассейн. В бассейне все плюхались. Помылись. Сейчас у нас время, получается, что 12:30 обед. Сейчас ждем, там Денис одевается, и пойдем на обед. Пообедаем, потом я планирую идти на рынок, кое-что там для дома купить. Уже завтра мы уже выезжаем. Денис будет там машину смотреть, масло добавить или еще там что надо. В общем, вот. И завтра мы уже отправляемся домой. Ну что, все нормально? Жарко, все нормально. Иди пылесось. Кто засрал всю машину? Ярослав, кто? Ярослав, блин. Так он еще это. На обратном пути будет есть какие-нибудь сушки. Вы засираете, а я должен это прибираться. Ты здесь освободи багажник, кроме максимума. Кого? Куда все складывать-то банка? А хочу у нас, хватит места. На, хочу фары сейчас все протереть, все эти, побрызгать этим. Пшикалкой. А, ну почистить. Подготавливаю. Все, конечно. Масло в порядке, в пределах нормы. Машина заводится, все в порядке. Сейчас хочу проверить давление в покрышках. Давление в шинах. Чтоб это... Ну ладно, я побежала на рынок. Ну давай. Ярослав в комнате, если что. Ну. Ну давай. Все, я переоделась. Пошла на рынок делать покупки. Тут мне сам с машиной возится пока. Пошла погуляю. Ярослав лежит, мультики смотрит. Блин, жара такая. Конечно, лучше вечером ходить. Но с ними там не находишь. Короче, хожу, смотрю, такая духотища, да, чего только нет. Всякие вот палочки. Сказывают. Вот он, наверное, да. Сынок, вот этого иди посмотри. Вот этот? Нет. У тебя есть. Вот эту? Да. Брала пакеты. О, покажу обзор сделаю.
Снимать было не очень удобно. Заранее выносила, руки все заняты. Поэтому дома уже обзор покажу. Что купила, всяких сладостей, вкусняшек домой. Вот. Жара неудобная. Вечером так-то лучше походить тогда таким местам. Вечером всей толпой неудобно. Очень набрала всяких вкуснях. Такую вот пастилу. А, не пастила, как халва идет. Такая вот. Зрачи конфетки. Ярослава купила такую копилку. Такие сверчки все пускают. Он все не хотел, но я ему купила. Пемзу для ног. Денис все просил. Орешки в меде. Тоже взяла. Что у меня там еще? Пастила, халва. Вот такое. Варенье взяла из шишек. Специи для курицы и для плова. И вот. Здесь у нас сыр. Взяла в сулугуни. Кусочки. Кусочек копченого там. Здесь виноград. Клубничка. Так, что тут? Фруктики, в общем, орешки. Купила машину вот такую вот приколюху на присоска в писку. Короче, вот. Мы пошли за мороженками в гонконгской вафле. Две. Одну тебе, одну мне. Одну маме, одну Ярославу. Одну маме, одну Ярославу, да? Просто опять. Вот дымно как. Туда, да? Всякие машины. Кстати, музей космонавтики мы в том году с мамой ходили, но мне не понравилось там. Мы еще не пошли. Сейчас все посмотрим, смотря какая там очередь, там где народу много. В прошлый раз ходили, нам сказали 40 минут ждать, чтобы мы 40 минут ждать не захотели. Вроде мало народу. Иди смотри. Сейчас у нас такой так клубничный. Тебе понравилось мороженка? Да, что все сегодня, да, решил? Последний денек, да? Да. Да, 12 дней здесь были. Всего 9. Ну такой этот Симпсон прикольный сидит с ним, все фоткают. А ты не хочешь с ним сфоткаться? Ну можно, да? Вот заказали. Заказали две мороженки. Такая вот. Долго, правда, ждали, да? Ждали, 5 часов. Полчаса ждали. Такая вот мусотища. Мы пришли с морем попрощаться, завтра уже езжаем. Сейчас посмотрю. Море сфоткал. А, тоже освещают. Это без вспышки? Это просто без вспышки. А. Просто? Ну, мы просто решили воздухом подышать морским. Пошли. Так много народу уже. Сейчас. Вот.